Приветствую, друзья! Меня зовут Александр, и сегодня в нашем видеоуроке я покажу вам, как изменить логотип WordPress на странице авторизации. И более того, я покажу, как изменить ссылку данного логотипа, поскольку по умолчанию при клике на логотип открывается сайт wordpress.org. Давайте посмотрим, какая тема у нас активирована. У нас активирована тема 2016. Откроем ее в нашем редакторе. Она у меня уже открыта. И первым делом мы открываем файлик functions.php. Ни для кого не секрет, что все кастомные функции нужно писать именно в этот файлик. Давайте создадим функцию. И назовем ее AliEditAdminLogo. Всегда используйте префикс. Я использую префикс Ali. И далее, что мы будем писать в данную функцию? Давайте глянем еще раз нашу админ панель. Выйдем. И посмотрим HTML-код логотипа. Как мы видим, логотип представляет собой ссылку, и через CSS WordPress ему вставляет ссылку на картинку. Собственно, давайте мы сделаем так же. Копируем класс. И здесь мы вставляем inline CSS. Только закроем PHP. Текст CSS. Ставим. И сюда вставляем наш CSS. Background. Можем задать цвет фона. Да. Далее задаем ссылку на картинку. Какую же нам ссылку вставить? Я, в общем, вставил нашу картиночку, вот она, лого PNG, в корень нашей темы. Вот папочка нашей темы, 2016. В ней я создал папочку EMG и залил файлик logo.png. Давайте этот файлик мы будем использовать. Пишем такую PHP-ставочку. Echo get template directory URI. Эта функция нам сгенерирует ссылку на нашу тему. Далее EMG и logo.png. Ой, немножко не то. Не туда. После вставки PHP. И все это в кавычках желательно. Вот так. Далее центрируем по центру и не повторяем. Неплохо было бы взглянуть на наш логотип. Он имеет размеры 209 на 65, и перестраховаться, прописать сюда 209 пикселей ширина и высота 65. Сохраняем. Отлично, мы создали функцию, которая еще было бы неплохо. Хотя можно это и не делать, important ставить. Но для страховки, чтобы мы не возвращались лишний раз и не добавляли его, мы его добавим. Теперь нам что остается? Нам остается добавить action, который будет использовать данную функцию при загрузке страницы авторизации. Делается это следующим образом. Add action, в кавычках пишем, login enqueue scripts, запятая, кавычки открываем и пишем название нашей функции.
Отлично, сохраняем и идем проверять, что у нас получилось. Так, у нас что-то не получилось, потому что... Да. Ага, вот она наша ошибка. Лишняя буква. Теперь наш логотип появился. Единственное, что нужно убрать белый фон. Это явно лишнее было. Заменим код цвета на transparent. Отлично. И проверим. Супер, работает. Следующее, что мы сделаем, мы должны убрать ссылочку на сайт wordpress.org. Как это делать? Ну, во-первых, нам нужно создать функцию. Function. Prefix. Але. Edit, admin, logo, link, допустим. Дальше. Мы должны вернуть значение нашей новой ссылки. Я думаю, мы должны возвращать значение нашего homepage. Return. Home. URL. Далее. В данном случае, как нам подключить эту функцию? Мы должны использовать фильтр. Пишем add filter. Кавычки открываем. Пишем login header URL. URL. И следующим параметром даем нашу ссылку. Отлично. Давайте проверим, работает ли с первого раза. Так, что-то не то. Во-первых. Попробуем не возвращать, а выводить. Нет, все-таки возвращать. Ага, что-то отпечатки у нас сегодня. Не фильтр, не финкер, а фильтр. Return. Отлично, давайте проверим. Все супер. Как вы видите, наш localhost, если я кликну, меня кидает на главную страницу нашего сайта. В принципе, ничего сложного. Последнее, что нам остается, это закомментировать. Назовем персональный логотип и ссылка. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и ждите следующего видео. Пока-пока!